давлении все-таки сказывалось, не было точных взаимодействий, точных передач, совещаний были местами, проблескивали, потом не было взаимопонимания в тяжелый момент, последние 2 минуты, 3 потери, не от того, что мы не хотели, да, пас отдавать, плохо отдавали, просто были не уверены, нужно его туда отдавать или не нужно, не стоит опускать голову, отчаиваться, как... Мы видим, что в защите, в принципе, играли хорошо. В защите, наверное, несмотря на первую четверть, где много пропустили по сравнению с остальными, все остальные четверти цеплялись, не давали играть сопернику, при том, что мы играли у них дома, не у себя. Да. Нужно сделать коррекцию нападения и играть увереннее. Играть увереннее, и тогда, я думаю, победа будет у нас. We need to change something different because the rebounding is more about the will, you know. Next game, I think we have to match their energy and not just rebounding, just play defense and try to win the game.